В рамках форума АССК России подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший спортивный клуб», проводимого Ассоциацией студенческих спортивных клубов. Бронзовыми призерами конкурса стали казанские «Юлбарсы». На самом деле хотели большего, конечно, всегда настраиваемся только на победу. Сейчас заняли 3-е место, но опять же, там даже фишка была в том, что в основном все решилось в заочном этапе, и согласно всем рейтингам, понятно, что мы не смогли бы даже при всем каком-то огромном желании без воли случая прыгнуть здесь выше 3-е место, согласно баллам заочного этапа, тем не менее очень достойно у нас были конкуренты. Казанские «Юлбарсы» — это общественно-спортивный клуб Казанского университета. Существует он не так давно, но уже объединил более 5000 любителей спорта со всего университета. Начиная с первого курса, вступивший в организацию, студент участвует в спортивных мероприятиях по различным видам спорта. Всего в конкурсе «Лучший студенческий спортивный клуб» именно заявку на заочный этап еще летом подавали более 100 студенческих спортивных клубов со всей страны. А если мы берем непосредственно финалистов, то в финал прошли 5 лучших студенческих спортивных клубов нашей страны. Это РЭО Плеханова, это Сенатор Ранхикс, это Кайзиланд, это мы, казанские «Юлбарсы», и Альянс Мира, которые стали победителями. Организация «Казанские «Юлбарсы» молода, но очень перспективна, и в ней уже много участников. По словам организаторов, участие в различных спортивных мероприятиях раскрывает студента и показывает его стороны, которые он в дальнейшем развивает. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.